Настя Каменских пригласила в свой дом в Мексике старого друга Алехандро. Когда Потап узнал об этом, то приревновал жену. Алексей Потапенко, более известный как рэпер Потап, устроил своей супруге Насте Каменских неожиданный сюрприз. Исполнитель тайно прилетел в Мексику, где Настя вместе с мамой и лучшей подругой отдыхают и снимают YouTube-шоу. Так, в новом выпуске реалити «Девочки рулят» подруга Каменских сказала, что им необходимо поехать на интервью. А когда девушки приехали на место встречи, там их поджидал Потап. Каменских была на седьмом небе от счастья, ведь уже соскучилась по супругу. На этом сюрпризы для Насти не закончились. Потап написал для жены песню, которую они тут же записали на студии. Потап уже собирался отвезти Настю в дом к девочкам, чтобы они продолжили съемки своего реалити, но узнал, что к девушкам присоединится их друг Алехандро. Артист приревновал жену, устроив ей небольшую сцену. «Я немного не понял появления Алехандро. Во-первых, они должны были быть сами, а тут появляется мужчина. Но это тогда уже не девочки рулят, а девочки рулят и Алехандро. Так почему там не появится Потапу?» – сказал артист. Настя утихомирила супруга и пригласила его в девчачий дом. Кроме того, Каменских подчеркнула, что ей нравится, когда Потап ее ревнует.